Здравствуйте, на связи стадион Этихад, и я, Георгий Черданцев. И я, Константин Генич. Пальта привыкла задавать темп игры, контролируя мяч при помощи коротких быстрых передач. Не думаю, что сегодня мы увидим что-то кардинально иное. Игрокам соперника придется приложить немалые усилия, чтобы отобрать у них мяч, прежде чем безобидная перепасовка превратится в опаснейшую атаку. Десять игроков у своей штрафной. Примерно так часто действует эта команда, за что получает свою долю справедливой критики. Может быть, это не слишком зрелищно, но это такая тактика, которая весьма эффективна. Другое дело, что это требует очень серьезной концентрации и собранности на протяжении всего матча. Привыкла задавать темп игры, контролируя мяч при помощи коротких быстрых передач. Не думаю, что сегодня мы увидим что-то кардинально иное. Игрокам соперника придется приложить немалые усилия, чтобы отобрать у них мяч, прежде чем безобидная перепасовка превратится в опаснейшую атаку. Десять игроков у своей штрафной. Примерно так часто действует эта команда, за что получает свою долю справедливой критики. Может быть, это не слишком зрелищно, но это такая тактика, которая весьма эффективна. Другое дело, что это требует очень серьезной концентрации и собранности на протяжении всего матча. Здравствуйте, на связи стадион Этихад, и я, Георгий Черданцев. И я, Константин Генич. Пальта привыкла задавать темп игры, контролируя мяч при помощи коротких быстрых передач. Не думаю, что сегодня мы увидим что-то кардинально иное. Игрокам соперника придется приложить немалые усилия, чтобы отобрать у них мяч, прежде чем безобидная перепасовка превратится в опаснейшую атаку. Десять игроков у своей штрафной. Примерно так часто действует эта команда, за что получает свою долю справедливой критики. Может быть, это не слишком зрелищно, но это такая тактика, которая весьма эффективна. Другое дело, что это требует очень серьезной концентрации и собранности на протяжении всего матча. Пожалуй, главный матч, когда-либо проходивший на стадионе Этихад, по крайней мере, в глазах российских болельщиков, это десятилетней давности финал второго по значимости турнира Старого Света, который мне, кстати, довелось комментировать, находясь на месте событий. Тогда «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл шотландский «Глазго Рейнджерс» и стал победителем Кубка УЕФА. «Зенитовцы» в тот памятный день одержали уверенную победу и завоевали первый в своей истории европейский трофей. Ни один российский клуб с тех пор этот успех повторить не в состоянии. Развивается эта атака, что-то из этого может получиться. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Габриэль Жезус. Гюндоган! Опасно! Нет.